Частые дожди не помеха веселому досугу. Можно сходить в кино и посмотреть мультики. Уже в прокате картина «Пингвиненок Пороро. Нападение монстров». Это история о том, как Пороро и его друзья превратились в квадраты. Загадочный кубовирус поразил все вокруг. Главный герой отправляется в Королевство игр. Там ему предстоит спасти принца и принцессу, а также своих друзей. Еще в кино можно посмотреть «Мишки-обнимашки» фильм. По сюжету медвежонок Тедди и его папа-медведь живут счастливо в лесу. Однажды по неизвестным причинам во всей округе исчезает мед. Тогда медведи отправляются в путешествие, чтобы найти золотую землю. Считается, что там есть бесконечный источник меда. Медведей ждет невероятное приключение, а зрителей — веселое представление.